это вообще прикольно. Здорово, бандиты, с вами как всегда Левкин. Наконец-то вышел новый Royal Pass, с чем я тебя, конечно же, и поздравляю. Для меня всегда радостное событие, неважно какие там скины, мне нравится вся вот эта суета вокруг новой РПшки, постоянно какие-то движения, народ обсуждает, понравилось, не понравилось, кто-то делает контент, кто-то его смотрит, в общем, это классно. Мы с тобой отправляемся в игру, покупаем сотый Royal Pass, смотрим все награды, конечно же, забираем их и, само собой, играем. По традиции, будет розыгрыш, не пропусти этот момент. Сегодня будет не один Royal Pass, а несколько. В общем, это будет где-то в ролике. Больше не задерживаю. Если кушаешь, приятного аппетита. Не забывай про пальчик вверх. Погнали! Прикольно, прикольно. Наконец-то они додумались сделать заставочку к Royal Pass, да, не поскупились, потратили деньги. Красавцы. По ощущениям, вроде бы как неплохие скины, но одно дело видеть эти скины в ролике, другое дело посмотреть на них в игре. Понимаю. Так, давай, наверное, сразу его купим. Окей. Забираем костюмчик. Новый миник. Надо бы потренить еще будет ДМРочки. Окей. Смотрим, что у нас дальше. Башня. Почему такая забавная? Кто это? Божья коровка? Так, куда-то не туда немножко отправились. Смотрим, что дальше. Эмоция. О май. Так, эмоцию-то не посмотреть. Вот она. Ну, что-то подобное уже было, конечно же. Что за сердечко, интересно? Угу. В чем сила, брат? Так. Рамка. Ну, рамка и рамка, в принципе. Новый рюкзачок. Самолет, который будем видеть на протяжении всего сезона. Мне кажется, ничего примечательного. Но, кстати, тема интересная, да? Вот то, что все такие маленькие жучки какие-то. А мне всегда это нравилось. Еще даже когда в Counter-Strike играл, там была мапа, типа, вы на самом деле маленькие, играете на такой огромной карте, в обычной комнате. Было забавно. Так, Юмпик. Кстати, Юмпик бесплатный, да, на 45 уровне. Раньше вроде бы на 50 всегда были. Ну, Юмпик и Юмпик. У меня в Дискорде ребята писали, что там купили РПшку только ради того, чтобы забрать калаш. В общем, опять-таки, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Я всегда лояльно ко всему этому отношусь. Мне вообще без разницы. Чаще всего для меня лично скины из РПшки — это скины, ты один раз поиграл и все, до свидания. Вот, калашик, может быть, он и крутой, прикольная каска, может быть и крутой калашик, но не нравится
то, что его нельзя прокачивать. Ну, естественно, кто тебе в РП добавит прокачиваемую пушку, да? Вообще маразм. А ведь могли бы. Ну, жалко, что ли, пацанам? Типа, добавьте пушку, пусть она будет эксклюзивом, там, допустим, на 20-й сезон. Но зато у людей будет оружие. Опять-таки, им как-то же надо будет его прокачивать. Вот тебе схема новая заработка. Так. Что у нас здесь? Понимаю. О, как же богомол. Ясно. Так, собственно, сам калашик. Давай глянем. Нет, ну, вот этот калаш и правда хорош. За 600 UC, мне кажется, вполне себе достойно. Так, что дальше? Дальше у нас костюм. Или такой, мужской, или женский. Но женский... Постольку поскольку, конечно же, мужской крутой, да? Нравится. Так, прокачиваем. Заберем сначала награды. Какие еще не забрали. Так, используем карточку 19 сезона. Опять-таки собираем награды. Рюкзачок. Окей. У нас здесь кэшбэк. Возьмем, наверное, пока что две. Убираем самолетик, костюмчик, башня. Хорошая каска. Пока что нравится. Так, ну и, собственно, 70-й у нас уровень, да? Наверное, поступим следующим образом. Возьмем еще одну такую штуковину. Окей. А, 91-й уровень. Ладно. Давай забираем остальные вещи. Собственно, калашик. Ну и докупаем, наверное, остальные уровни в таком случае. За 855 UC. Окей. Соответственно, конечно же, забираем мужской. Смотрим, что будет на обмен. Мы можем выбрать определенный ящичек, и только когда выбьем все награды, сможем его изменить, да, на другой. Ну, это, по-моему, 9-й сезон, и не помню какой. Все награды оттуда есть, поэтому я даже смысла заморачиваться с этим не вижу. Ну да, здесь можно посмотреть, получается, Royal Pass'ы свои с 4-го сезона я начал играть. Ну и дальше, в принципе, они все были куплены и прокачаны. Так, я хотел глянуть на обмен. Собственно, вот и настолка, да. Отсюда мы можем забрать мотоцикл. Мотоцикл неплохой, ну и, конечно же, костюм финальный, дополнительный. Томик не так интересно, по идее. Скин на гидроцикл. И, наверное, это все. Ну, то есть, интересен костюм и гидроцикл, скорее всего. А, костюм и мотоцикл в первую очередь, а потом уже гидроцикл скорее. Ну, как по мне, неплохой сезончик, очень достойный костюм. Выглядит действительно хорошо. Похож немножко на ворона, да, ну, может быть. Немножко не та стилистика, но в целом он такой объемный, светящийся. Мне кажется, хорошо сделали. Калашик тоже годный достаточно. Насчет самолета не уверен, но все остальное такое себе. Кому-то зайдет, кому-то не зайдет. Что еще хотел сказать? По поводу Royal Pass'ов. Как обычно, у нас проходит розыгрыш. Ничего сложного, просто подписка на канал, комментарий и, конечно же, лайк под роликом. А также в моем дискорде
будет проходить розыгрыш 5 Royal Pass'ов. Вернее, это не совсем розыгрыш. По итогам 19 сезона мы наградим 5 самых активных пользователей. То есть там есть система рангов, она точно такая же, как и в PUBG, от бронзы до грандмастера. Поэтому переходим по ссылочке в описании, знакомимся, общаемся и получаем РПшки. В принципе, на этом все. Удачи тебе. Ну а мы с тобой отправляемся в игру. Погнали. Куда же мы отправляемся? Это наверняка на школу. Потому что там, скорее всего, будет самое интересное. Катапузик с нами. Поэтому уже дуо против складов получается. Не соло. Полегче чуть-чуть станет. Это не точно. Вообще, народ должен наверняка прыгать на школу, потому что РП-задание. Есть. Нужно упасть на крышу. Приземлиться. Но что-то как-то странно пока что. Непонятно, кто куда полетел. Наверняка есть на общагах кто-то. Поворот, пузи. Ой-ой-ой, его сейчас сожрут еще. Не ешь его, пожалуйста, пока что. Серьезно? Ну, от души просто. Так, надо бежать за тачки тогда и ехать искать людей. Так, ну все, отправляемся на Георгополь, я так понимаю. И забираем там что-то интересное. Надеюсь, это будет гроза или АВ. Или и то, и другое в идеале. Костюм сделали хороший. Вот в этот раз мне правда понравился, потому что, ну, до этого были какие-то незапоминающиеся. Не знаю. Ладно, АВМ. Пулемет. Напугал, конечно. Так. Можно ехать? А где-то был airdrop. А мы его, очевидно, пропустили. Может быть, на новом аэродропе что-то интересное будет. Ух ты. Ух ты.
Будет ли кто-то сейвить этих ребят? Похоже, никто не заинтересован в их спасении, конечно. Но тем временем у нас 14 человек, и надо кого-то отыскать. Похоже, что движняк будет в починках, да? О, багги едет. Он решил именно так поступить. Ладно, не наше дело. Я слышал какой-то УАЗик. Только не понял, куда этот УАЗик поехал. Там типа задавили, я так понимаю, да? Собственно, и УАЗик нашелся. Раз на раз. Мне вот интересно, где чел там может быть. Вряд ли он сидит там. Давай почекаем сверху. Бензина нет. Он доехать на уклоне не хватит 100%.
В конце немножко ошибся, не надо было, наверное, стопать и ехать далеко, можно было у него остановиться, да, и, ну, как-то разрулить ситуацию. Но хотелось закончить савика, да, красиво, чтобы было. Такие дела. Go next. Так, летим на сосновочку, да? Летим на сосновочку. Так, один... Один пчел всего с нами, судя по всему. Отлично, я забежал. Хорошо, что типы с нами не упали, да? Так, есть РЛС. Я не совсем понял, с какой стати хая вообще полетела. Чел со СКС, судя по всему, там надолго. А может и нет. Может быть, это он сейчас пробежал в общаге. Да, надолго. Навсегда, можно так сказать. Так, ну что, нам осталось того типа донайти. Я так понимаю. Он наверняка будет мод закрывать. Так, таракан еще. Да, походу он убил бота только что.
Так, 21 человек у нас остался. Как бы нам их найти? Пробил колесо или нет, понять не могу. Похоже, что нет, да? Что здесь происходит? Почему такой движняк жесткий? Так, здесь явно должны быть какие-то люди. Но я почему-то никого не вижу. Склад. Надеюсь, у пацанов есть транспорт.
Не туда гранату бросают. Что-то попотеть пришлось нормально. Что ж, на этой ноте я с тобой буду прощаться. Довольно-таки сложно и потно как-то получилось. Вчера я отыграл 71 катку, из нее записал только одну, представляешь себе? Это очень много времени и сил, и нервов, самое главное. Такие вот дела. Так что я рассчитываю на твой лайк, не забывай, пожалуйста. Что по сезону? Довольно-таки неплохой костюм. Отличный калаш, как по мне. Каску мы так и не посмотрели, но ладно. Я думаю, что, может быть, в будущих роликах. Да и так, в принципе, понятно, что она вроде бы около дела. Не забываем про розыгрыш, конечно же. Ссылочка на Discord также в описании. На этом я с тобой прощаюсь. Встретимся на просторах PUBG. Всем удачи и пока. Прыгаем на северный. У нас здесь прям какой-то движняк мощный. Со складом на машине это тяжело в опене, тем более вот лучше как-нибудь откуда-нибудь отыгрывать от какой-то позиции.